17 октября отмечается День памяти святого покровителя города Димитровграда Меликеса, преподобно-исповедника Гавриила Меликесского. В миру святого звали Иван Иванович Игошкин. Он родился в 1888 году в деревне Самодуровка Городищенского уезда в глубоко верующей крестьянской семье. После двух классов церковного училища 6 лет провел послушником в монастыре Жадовской Казанско-Богородицкой пустыни. В городе Покровске, ныне Энгельсе, будущий святой был рукоположен в диаконский и священнический сан. Затем были годы служения в Москве, Ульяновске, Меликесе и долгие годы пребывания в тюрьмах, лагерях, ссылках за веру и служение Богу. Преподобный исповедник Гавриил провел в узах более 17 лет. Он умер в Меликесе 18 октября 1859 года, после того, как был полностью реабилитирован. При жизни Гавриил Меликесский был обычным приходским священником, поэтому люди шли к нему со своими радостями и горестями. К мощам святого идут они и сейчас. Дорогие мои, преподобный исповедник Гавриил точно такой же человек, как все мы с вами. Он ничем не отличался и, по сути, не отличается от нас. Единственное, наверное, весьма качественное отличие его от нас – это беззаветная любовь к Богу, преданность Богу. Преподобный Гавриил уж если встал на путь шествия за Христом, то он никогда не оборачивался назад и шел, всегда крепко держась за десницу Божию, туда, куда вел его Господь, исполняя все, что поручал ему Господь на его жизненном пути. Митрополит Лонгин отметил, что святой Гавриил является собой пример человека, который, несмотря на все гонения и скорби, не допускал даже мысли отступить от Бога. Когда в церкви празднуем память того или иного святого, то не просто вспоминаем некие исторические события и прославляем своих героев. Мы делаем это для того, чтобы человек всмотрелся вот в облик этого святого и увидел в нем что-то такое, что он может повторить, что он может взять в качестве примера в своей жизни. Вот пример верности, пример исполнение своего долга, даже невзирая на возможные какие-то препятствия, мучения и даже саму смерть. Этот пример очень важен для христиан. Святой Гавриил был прославлен в лике святых Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года для общецерковного почитания в Соборе Новомучеников и Исповедников Российских на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви. Икона Спаса Нерукотворного – одна из самых почитаемых икон на Руси. Особое почитание ее распространилось в городах Поволжья, куда образ доставляли стрельцы. Именно с образом Спаса они первыми приходили на эти земли. Так икона Спасителя появилась и в городе-крепости Симбирске. Стрельцы, которые пришли на это место, они принесли с собой икону. Икону Спаса Нерукотворного. И она была установлена на одних из ворот, ведущих в крепость этого города. По всей видимости, врата Спасские назывались, через которые входили в город, потому что вот как раз там стоял этот образ нерукотворный. Потом эта икона была передана со временем в Спасский женский монастырь, хранилась там. По прошествии времени она была передана в Троицкий кафедральный собор. Однако следы этого образа теряются после того, как в советское время Троицкий собор был уничтожен. Икона, которая находится сегодня в Иверском храме Спасского женского монастыря, является списком с утраченного образа. Со слов реставраторов, время ее написания – конец 19 века. Ее обнаружили в запасниках Краеведческого музея. Затем образ передали в Свято-Богородице Неопалимовский храм, где икона находилась длительное время. После икона Спаса Нерукотворного была перенесена в Спасскую обитель. 29 августа, в праздник перенесения из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Убруса Господа Иисуса Христа, митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин совершил божественную литургию в храме Иверской иконы Божией Матери Спасского женского монастыря Ульяновска. Этот день считается главным престольным праздником Симбирской Спасской обители. Митрополит Лонгин напомнил историю нерукотворного образа Спасителя и той иконы, которая издавна почиталась в Симбирске. Владыка рассказал о значении православия
православной святыни и объяснил верующим, почему святыни могут быть обретены или утрачены. Управляющий епархией отметил, что настоящим чудом и обретением святыни можно считать возрождение монастыря в центре города и его главного храма – Спасского. Мы с вами живем в удивительное время. Мы видим, как Господь дает возможность нам и что-то вернуть из того, что казалось совершенно утерянным. Мы видим, как и у нас здесь возвращаются святыни. Мы видим новые святыни, которые появляются. Вот кто бы мог подумать, что здесь на маленьком пятачке земли между торговым центром и административным зданием вдруг воскреснет обитель, которая была когда-то украшением и славой города Симбирска. Наверное, никто не мог этого представить и никто не мог на это надеяться. Но у Бога есть такие чудеса, которые не перестают удивлять нас. Спасский храм был построен в 17 веке. В 1920 году монастырь был уничтожен богоборческой властью, а его храмы были разрушены. Возрождение обители началось в 2015 году. Строительство Спасского собора в марте 2020 года. Женский монастырь Архангела Михаила села Комаровка Ульяновской области поражает своей красотой многочисленных паломников. Его история не совсем обычна. Монастырь возник на том месте, где раньше никогда не было обители. Церковь в честь Архангела Михаила появилась в селе незадолго до революции, но была разрушена в советское время. В 1991 году, объезжая пределы епархии, епископ Симбирский и Меликесский Прокол Хазов обратил внимание на стоящий в стороне от домов села Комаровка полуразрушенный остов храма. Живописное местоположение напомнило ему монастырь в Пюхтицах, и он решил, что это вполне подходящее место для основания женского монастыря. 19 сентября 1994 года состоялось освящение возрожденного храма во имя Архангела Михаила. Возрождение стало возможным благодаря трудам инокини Марины, будущим игумени Магдалины Митропольской. Здесь, конечно, было ровное место, паслись коровы и стояли остатки храма Михайловского, в котором еще было оборудование от использования его под мукомолку. Вот с этого у нас все началось. Прошло, как видите, 27 лет. И за это время, слава Богу, храм был восстановлен. И построен маленький монастырек. Первый маленький дом был построен за несколько месяцев из старого сруба для того, чтобы можно было ночевать на территории монастыря. С тех пор прошло много времени. Сейчас монастырь имеет более 10 жилых зданий. Жемчужиной архитектурного комплекса является красавец-храм. Сначала мы построили вокруг себя домики для жилья, для трапез, для послушаний. И когда мы уже набрались опыта, мы решились восстановить, реконструировать этот храм. Храм раньше был несколько меньших размеров, мы его немного увеличили, приняли решение его реконструировать. И сейчас это действительно, я бы сказала, что одно из самых красивых мест в нашей области. Появление нового монастыря – это особая страница в истории жизни всей митрополии. Третий женский монастырь в Симбирской епархии учрежден решением Священного Синода Русской Православной Церкви в марте 2022 года. Храм в честь иконы Божией Матери Знамение является одним из старейших на территории Ульяновской области. Каменный храм на месте деревянного был построен в 1830 году. Ляховская церковь была закрыта только перед Великой Отечественной войной. В 1946 году храм вновь был открыт для прихожан. Теперь этот храм относится к Знаменскому женскому монастырю. Духовник обители иеромонах Варсонофий Беспалов окормляет приход в селе Ляховка 2002 года. Отец Варсонофий отмечает, что Господу было угодно сохранить это место. Храм не был закрыт и осквернен, поэтому и место для нового монастыря было выбрано не случайно. Я думаю, что здесь не остановится молитва, потому что мы молимся уже много лет. Всегда ночные молитвы у нас совершаются, у нас ночные богослужения. Мы этому делу очень серьезно внимание уделяем.
По словам настоятельницы Знаменского монастыря, игумении Клеопатры, сейчас в обители находится 12 сестер. Монашеская община складывалась постепенно, на протяжении многих лет. В 2011 году архимандритом Адрианом Шитовым был совершен первый постриг. Изначально владыка Прохор благословил нашего духовного отца, который был здесь настоятелем. Он благословил оставлять при себе людей, которые желают монашеской жизни, потому что батюшка сам очень ревновал о монашестве и имел в сердце желание посвятить себя Богу в монашеском чине. И вот к нему волей Божией стали стекаться люди, имеющие это желание. Сегодня перед насельниками Знаменского женского монастыря стоит много задач по благоустроению внешней и внутренней жизни обители. Однако они уверены, что Господь поможет во всех добрых начинаниях. На протяжении многих веков, каждый год, в день памяти святителя Николая Чудотворца, на Никольской горе в рабочем поселке Сурское собирается множество паломников из разных областей. Сегодня здесь еще и участники первого крестного хода в честь святителя Николая Чудотворца в Симбирской епархии. За 4 дня крестоходцы преодолели путь из рабочего поселка Языково до Никольской горы в рабочем поселке Сурское. Каждый день они принимали участие в божественной литургии, исповедовались и причащались. Крестный ход... Господь послал нам испытание для того, чтобы мы почувствовали его без уныния, без ропота, без, несмотря на холод, на снег, на дождь. Все прошло у нас благополучно, никто не роптал, не сомневался, для чего он пришел. Непростые погодные условия не смогли помешать крестоходцам. Всю дорогу они прошли с молитвой. И сегодня благодарят Господа, что удалось преодолеть полностью весь маршрут. Крестный ход прошел отлично вообще. Я даже не ожидал, что за 4 дня мы получим столько положительных впечатлений, эмоций, столько радости. Я сам из Саратова. Вот, земля симбирская – это... Ну, вообще, тут люди, замечательные, добрые люди. Нас везде встречали очень хорошо, во всех селах, где мы были. В храмах приходили местные на службу. Вставали, когда мы шли по трассе, вставали под икону, выходили из машин. 22 мая, в день перенесения мощей святителя Николая из Мирликийских бар, митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил божественную литургию в часовне на Никольской горе. Согласно преданию, в 1552 году на Промзино городище, так раньше называлось это село, напали враги. Однако их наступление остановило видение. Неприятелем явился сам святитель Николай, преграждающий путь. Позже на этом месте была обретена икона святого, которая, вероятно, была уничтожена в советское время. В 1996 году на месте обретения иконы была построена часовня, и дважды в год, в дни памяти святителя Николая, здесь совершаются богослужения. Владыка поблагодарил участников крестного хода и рассказал об истории этого святого места. Я хотел бы сердечно приветствовать всех вас, дорогие братья и сестры, поблагодарить всех, кто собрался и поддерживает эту традицию, собрался сегодня сюда, на эту гору, для того, чтобы помолиться святителю Николаю. И хотел бы особо приветствовать первый в нашей епархии в этом году крестный ход, который шел пешком от Языково до Сурского, 4 суток, небольшое время расстояния, но все же первый опыт, я думаю, он будет успешным и будет продолжен в следующие годы. По окончании литургии был совершен молебен святителю Николаю Чудотворцу. О всеблагий отче Николая, пастырю и учителю всех, верою притекающих ко твоему заступлению и теплою молитвою тебе призывающих.